Всем привет! Затерялся я между мирами. Если что. Блин. Я затерялся. Я не знаю, где последняя линза это. Где же она? Постой-ка. Может, она мне и нужна? Ладно, попробуем. Посмотрим, где она меня это приведет. Блин. Как не могу найти? А? Лук. Хорошо. Ну ничего, я найду эту. Этого. Или того. Не знаю, кто там меня ждет вообще. О, сразу. Окей. Что у меня тут? Шокер. Давай это. Да отвалите все сразу. Да блин, почему не... Ну ничего, сейчас привыкну и все будет хорошо. Лови. Эх. Лови еще одну. А, здрасте. Вот и все. Когда кнопочка не работает, подкат не работает. С третьего раза просто. Странно. Привет! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой, как тут много вас тут. Тут вали ты! Вот тебе! Ну да, конечно. А, оружие говно. Вот в чем причина. А я думал, почему так странно все рубит тут. Это медленная фигня, я ненавижу это. Ой. Ух ты. Ну почему кнопка не срабатывает? Не всегда работает. Ну окей. Вот тебе. Упс, не попал. Лови. Ух ты, защита. А тебе оно не помогло, дедуля. Ну что тут? Воздушная атака, да? О, привет! Вот тебе! Ну кто следующий? Лови! Вот тебе! Вам в задницу прямо! О, наконец-то. Что-то нормальное получилось. Блин, как вас тут много. О, давно не виделись, киборг долбаный. Он такой бесполезный, чувак. Он ничего не может мне сделать. Зачем он вообще тут? О, привет! О, лови! Опа! А...
надо туда вернуться, там что-то будет. О, привет! Но этот мне не похож на киборга вообще-то. Да-да, творится все. Что тут у нас? Адреналин. Давай еще один раз, дочек. Привет, волшебник. Бесполезный вообще-то он. Ух ты, как мы. Давай, все сдохните. А, слышу. Хотя можно и посмотреть, конечно. Все равно будет перемещение. Ай-яй-яй-яй. А это что? А неплохо, давай. Лови. Все? Ух, не долетел. Блин. Но у меня есть уже коса. Нет, не буду покупать. Бесполезная штука. Да что тут такое? Где ты? Зараза. Ага, персонажа поменять. Нет, я не буду это делать. Попробуем с ней все пройти. Опять бесполезные роботы. О, копейки. Но я не получаю лечение вообще-то. Вообще у меня нет. Как-то грустно. Вот это грустно. Могу туда пойти или... О, там перемещения нету. Что тут было? Говно, ясно. Говно нам не нужно. Значит, пойдем... А здесь что? Здесь тоже не лечение. Тогда давайте вниз. Вниз. Ну давай, давай. Красавица, пойдем. Лови! Опа! Опа! Что-то слышу. Вот тебе. Да отвали. Ну, кто там? Никого? Ах, это твое заклинание, оно бесполезное. Нет, это разлом тоже мне не нужен. Опа. Ну и куда? Зараза. Попал? Он попал, а не я. О! Вот это было нужно. Ясно, тогда нам нужно наверх. Только наверх. О! The multiverse is governed by three forms of energy. The engineers call them life,
pattern and mind. Together they are called the Trinity. Ну, лифт, где ты? Да, я еще тут не был. А я быстрее был. Ух ты. Давай попробуем. Да отвали. Отстань. Что? Это дробовик долбанный. Не-не-не, вернись мне. Да, он хорош, конечно, но дистанции ее нету. Ну, допустим, хорошо рубит, да? Два тебе. И тебе лови. Отвалите. Что тут прокачнуть? Давай это. И меня кто-то стрелял. Да отвали ты! Зараза. А как мне туда попасть? Нужен лифт. Окей. О, привет. И до свидания. Да, да, вижу. Какие-то они все бесполезные тут. Или я такой сильный? Да отвали. Не дотянулся. Опа. Ага. Блин. Вот тебе. Опа, не попал. Красавчик. А что тут? А тут я был, конечно. О, привет! Прокачаем. Давай еще. Здоровье мне нужно. Ой! Ух ты! Какой хитрый! И вот теперь вопрос. Куда мне отправиться? Мне интересно теперь, куда же мне отправиться? Где перемещение? Давай. Да, могу сюда. Это заменить. Но я все осмотрел. Тоже не знаю. Странно. Нет, не буду я. Это поменять я не буду. Куплю лечение и подлечусь. Вот и все. Ой! Что? Что-то задумался. Три выстрела. Но это я знаю, это гранатомет. Только не знаю, взять его или нет. Может попробовать. Урон очень большой. Невероятно большой. Давай поменяю. Хотя лук он нравился мне. Ну и куда мне отправиться?
Кто знает? Между мирами. Хрен мне нужно это. Не знаю. Или прийти сюда. Ой. Ну давай попробуем сюда. Все-таки. Ну такое чувство, что я хожу кругами. Я заблудился, я не знаю, где найти эту последнюю линзу долбаную. И меня это бесит. Да, урон так себе. Да. Замучаюсь я тут. Ой. Ненавижу этого. Да лови бомбочку. Нет, ну удары просто фигня. Фигня, а не удары. Да боже ты мой. Да, да, очень ты страшный тут. Вот тебе. Полети. Блин. Совсем не здорово. Ну блин, ну почему? Вот тебе. Стоит, ждет. Зараза. Но. Опять. Ну, очень сложно. Просто. Но я замучаюсь. Да, отвали. Три удара. Блин. Ну да ладно. Ну задницу. Ну еще немного. Еще. Давай. Так себе. Все удары, они так себе. А что тут? Лифт? Лифт, значит. А зачем мне этот лифт, проклятый? Да отвалите все. И что я тут буду делать? О, полетел. Окей. Ну и что ж того? Это бесполезный обход просто. Нет, тут нельзя. Повсюду копеечки, денежки, фигня всякая. The engineers run on a very human... Ну и что теперь? Ну давай. Idealism and short-sightedness. А я тут был? Many of them, when they first created the multiverse, sincerely wanted nothing more than to keep humans healthy and happy. Others were greedy and eager for more resources to extract. Most had some element of both. In both cases, their ambition led them to create something they weren't wise enough to safely maintain. But the multiverse is collapsing. There is no time for the engineering.
wrong. They're just trying to salvage and save what they can. О! У меня бесполезная штука! Здорово! Не хочу поменять. Ничего не буду. Ага, вижу. Ба-бах! Ну, лови. И все тебе, конец. Ничего нет. Нет, ну оружие меня бесит оно, я не могу. Могу попробовать. Много зарядов очень. Буду стрелять там бесконечно. А как вниз попасть? Никак, да? Неинтересно. О, неплохо. Совсем неплохо. Тоже очень неплохо. Тройной выстрел. О, это здорово. Ох, ты отлетел опять. Здорово, да. Окей. Ну я же нажимал, ну боже ты мой. Ага, могу купить лечение. Вот это здорово. Хотя еще не нужно. Это вниз. Ну, давай посмотрим, что тут. Что меня ждет? А меня никто не ждет. Ой, вот гадость. Ненавижу этого я. Вытекаю к тебе. А туда никого. Там двойное. Ну иди сюда. Ну иди, 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 иди. Бац. Не попал. Глупый. Да, это полезный. Дробовик или кто он такой, не знаю даже. Давай так. Лови. Ага. Ну кто тут будет? Никого. Опять лечение. Блин. Может купить? Но еще бывает, там я могу всякие оружие потом купить. Здоровьем вроде бы. Ой. Здоровье вроде бы неплохо. Все, да? О! Не попал. Бабах. Отвалите! Черт! Дай сюда! Задубасить хотели! Вон
наконец-то что-то интересное будет. Ну иди сюда. Да, неплохое оружие. Хотя оно слабое, но все-таки помогает. А почему не открывается? Странно. О, вижу. Да, да, я тебя вижу. Да, пистолет хорош, или что это такое, я не знаю. А ты там сдохнешь? Или нет? Ха-ха! Задубасил. Да, оружие неплохое, но все-таки... Все-таки слабовато. А почему тут закрыто? Как мне попасть туда? Не понял. Я немного не понял. Да как вообще? Почему здесь закрыто? Мне наверх нужно попасть как-то. Не нравятся мне такие вещи. Я не могу туда попасть. Никак. Бесит. А что тут? Да-да, вижу тебя. И все тебе, конец. Нет, здесь просто копеечки. Опа. Между мирами. Черт. Проклятие. Давай сюда. Упс. Я упал. Но мне не добраться туда вообще-то. Но там ничего и нет. Мне не нужно. Максимал. О, вот это полезная штука. Я бы хотел меч получше, но есть как есть. Вариантов немного вообще-то. Ага, там покупай, значит. Посмотрим. 5 выстрелов. Нет, не буду. А вот теперь я не знаю. Нет! Нет, не буду. Ничего нет хорошего. Вообще ничего. Неинтересно. Опа. Да ты чего? Неужели? Лови. Ой-ой-ой-ой. Зараза ты. А почему? Я увернулся, но все равно меня как-то зацепило. Все, закончилось.
бесполезная штука. Да, можно и наверх попасть, но там ничего нет. Ясно. Ага, сейчас, сейчас. Привет. Ну кто ты? Да ты еще кто? Слабак. Вот и все. О, давно не виделись. Лук. Не буду. Давай ты, блин, зараза. Слабое оружие все-таки. Наверх. Ух ты, я могу подняться. Ну да, да, да что ж такое? Я-то... Ох. То наверх, то на... Не понимаю. Нет, я там не поднимусь очень высоко. Вниз. А это тоже вниз. А подняться никак. Нет, никак. Ну ладно, иди сюда. Так и быть, застрелю я его. Но... А что тут? Блин. Кругами хожу. Вот здорово. Лови! Фортрис. Зараза, но... Но... Куда мне тогда? Я не знаю. Я реально не знаю, куда мне пойти. Вот это не здорово вообще-то. Совсем не здорово. Там лечение было, надо взять. Вот тут где-то оно есть. Пригодится? Ну давай, 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 давай. Идем. Коса, нет, коса нам не нужна. Да, я могу пойти сюда. Это у нас что? In between, между мирами. Ну я знаю, что там такое меня ждет. Тогда наверх пойдем. Ну попробую тут. Я все время хожу кругами. Да, урон просто жопа. Зараза. Да, да, здесь, да. Ну, работай, кнопка, блин. Зараза.
Ой! Ну что с кнопкой? Да, не всегда срабатывает. Проклятие. И оружие говно. Да отвались вы все. Наконец-то. Invisible. Вот это полезная штука. Постой-ка, надо это... Вот это надо... Вон. Вон, как тебе? Я хочу избавиться от тебя. Нельзя? Нельзя. Зараза. Ну и ладно. Ну что тут? 3 выстрела? Нет, мало. О, вижу, меня ждет что-то. Это кнопка, здорово. Не попал. Я... Зараза. Но кто тут? Кто хочет со мной? Опа! Вот это уже интереснее. Хотя нет, то же самое. Сколько выстрелов? А, это 1. Ну, можно попробовать. Но невидимость, где же она? Опа. Ух ты, хорошо, как автомат какой-то. Это весело. Да, было весело. Ну а кто следующий? Никто. Так что я пропустил. Вроде бы ничего не пропустил, да? Да, ничего. Опа. Да, я бегу, бегу и ухожу. Давай налево. Ой. Бать. Купи лечение. Нет, не буду пока. Да, да, вижу. Не, отвалите. Кончилось.
да, автомат интересный такой. Все? Да. Опа. А зачем здесь мне открывать? Не ясно. Очень удобное перемещение у нее. Даже слишком удобное. Давай. Кто тут? Давай, бомбочки. Ну иди ты уже, боже мой. А, это я уже помню. Опа. Тогда мы пойдем. Здесь? Нет. Направо пойдем. Да твори ты, зараза. Да уж. Почему он такой сильный? О! Вот это меч. Да твори ты. Давай, максималку. Ага, вижу, вижу. О! Гораздо легче уже вижу. Уже стало легче. Смешно. Я иду к тебе. Отвали. Двойное. Есть что-нибудь? О, две максималки сразу. Вот это здорово. Это здорово, мне это нравится. Возьми копейки. Это лечение. А что это такое? Опять между мирами. Я даже не знаю, куда мне пойти. Но! О, зараза! Неудобно. Просто... А как мне туда попасть? А, тьфу ты. Ого, может меч хорош? Посмотрим. Не обязательно. 5 выстрелов. Не знаю.
Сразаться не хочу я сразаться. Давай попробую я тут тогда пойти. Я так и никак не могу найти последний мир этот. Ну где она спрятана? Не понимаю. Зараза. Ну да, конечно. Отвали ты! Блин. Пистик. Он такой, значит. Ну, могу попробовать. Почему бы и нет? Оружие, ну, давай. Конец тебе. Ну неплохо, неплохо. Согласен. Урон хорош. Нет, выстрелов очень мало вообще останется. Вот это нехорошо. Да, шопинг. Давай шопинг. Может, что-то хорошее будет. Меч, да, какой-нибудь там суперский. А даже не знаю. Финальный удар 50% у моего. Но здесь... Блин. Конечно, можно попробовать. Но я не знаю даже. Даже не знаю. Ну я попробую. Ну давай. Деньги есть. Можно попробовать. Оп. Ну кто тут у нас? Да отвали ты, зараза! Ух ты, как у меня прокачано все много, я бы сказал. Очень много всего. Да, качнул, да, качнули. Но это опять то же самое. Мне это бесит. Overworld. Гармонайзер. Underworld. Ничего не изменилось. И опять как-то не туда пошел. Бесит. Бесит. Ну куда мне пойти? Опять пошел не туда.
совсем не здорово. Да, там будет этот проклятый зурк. О, это особая, да? Конечно, я это возьму. Так и будет. О, там я могу прокачать, да, себе? Или оружие, я помню. Постой-ка. Ну да, я могу, но есть вообще смысл это делать? Макс Пауэр уже. Бесполезно. Это все бесполезно. Как неинтересно. Да-да, я тебя знаю, проклятие. Все равно ловит. Ну, зараза летучая, иди сюда. Все, закончилось. Ой! Я забыл про них уже. Лови, лови, лови еще, еще тебе. Бесполезная тварь. Ой, 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 отвали. Все, закончилось опять. Давай, давай, в задницу, нет, я буду в задницу. Ну а где ты? Да, это легко, конечно. Опять то же самое. Да. О-то я помню, зараза тут. Ну давай. Ай, не могу. Ай-яй-яй-яй-яй. Но как мне добраться до этого? Блин. Не видите меня. Меч у меня хороший, но все равно как-то все дубасят хорошо. Странно. Как-то я очень сильно всех задупасил. Опа! А что тут? А как мне туда попасть? А. Да, бесполезная штучка.
чё? Что ты отвали отсюда? И ты отвали. Зараза. Что тут? Да, долго с ним. Меч. Давай попробую. А что тут? Лечение? Опять фуфло. Заморозочка. Может пригодиться. Кто тут? Странно. Ну, пока оставлю. О, 3. 3 это здорово. Что тут? Нет. Опа. Опа. Странно, что на этот раз как-то все легко было. А что тут? Ну, что я могу качнуть? Даже не знаю. Давай так. Да, я себя прокачал. Здорово, конечно. Ведь это... Цитаделя? Почему? Странно. Я не нашел. Да, я не нашел. Кругами хожу. Совсем не здорово. If you have come to speak to me about what I've done, I have no intention of apologizing. I just hope this doesn't come back to bite us later. I have known the director personally longer than most people here would believe. I owed him a great deal, but he was stubborn. I have no doubt he has some contingency in place to carry out his plan that we will need to root out before the fusion occurs. You really think he was that insidious? Raylan did not become the director through merit alone. You might think that what I did is excessive, but you had only just met the man. Every time he would back down, he would eventually find some way to force his solution as the only viable option. And I wasn't going to give him that opportunity this time. Такое чувство, что во всем виновато вот это устройство ходячее. Фуфло вот этот вот, 3 глазами.
You must be Nyra. I'm Sindara, Maya's partner. It's my job to watch over her physical body. Да, я уже это знаю. So you just babysit. Why is it that we're the only ones actually fighting? Sure, the Trinity process keeps us alive, but everyone else couldn't be bothered with the multiverse at stake. Wow. I never thought there'd be a universe where you were mean. Неинтересно. Ничего не могу сделать. Здесь нечего качать. Это все. Это все. Ну да, ветераны, я там знаю. Мне нужна последняя долбанная линза. Где оно? I can't believe it's come to this. А мне какая разница? Are you okay? I can't say we were friends, but I always respected Raylan. He just never seemed to be wrong. How is he willing to risk everything we're sacrificing? There just has to be more to it. I think he was pretty clear about trying to choose who survives the fusion. It was self-preservation. Simple. I guess I just don't want to believe it. I get that he was the director, he had to make hard decisions. But to gamble the whole world, it's hard to even think about. Ха, вот и все. Блин. Не знаю, что делать. Ну ладно, надо поменять. Значит, мне надо вот с тобой походить. Я так думаю. Другого выбора я не вижу. Альтара нет. Найра нет. Значит, с тобой придется идти. Ладно. До скорого и пока.